Ну, если коротко сказать, для меня очень важно православие, конечно, чтобы вот вера, надежда, любовь, понимаете, и в этом отношении без православия, я думаю, что в России ничего не получится. Несмотря на это, что есть и другие национальности, мы уважаем и любим, вот, и религии, да, но православие все-таки Россия. Кстати, Россия и Грузия, я из Грузии, тоже православные страны, вот. Очень многие стараются нас разъединить, но никому это не получится, потому что православие всегда победит и побеждает. Вот я бы так сказал.